нижняя треть, которая у нас с вами состоит из депрессоров. Да, вся нижняя треть мышцы состоит из депрессоров. Это мышца, опускающая угол рта. Она вплетается в верхнюю губу. Костное основание у нее. Это нижний край нижней челюсти. Вот здесь костное прикрепление. И дальше она вплетается в верхнюю губу. Под ней она относится к смаз. Смаз, 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 смаз. Да? Под ней находится мышца, опускающая нижнюю губу. И еще ниже подбородочная мышца. И еще ниже у нас с вами подбородочная мышца. Подбородочная мышца, мышца, опускающая нижнюю губу, это мышцы, которые относятся к глубокому мышечно-апоневротическому слою. Глубокий мышечно-апоневротический слой, мышцы каждая в своем собственном футляре, да, и кровоснабжение у них из внутренней сонной артерии, да, внутренней сонной артерии.